наверное, это состояние нельзя выразить словами. Наверное, нет таких слов подходящих, чтобы выразить это удовольствие, которое я получаю вот за последние 9 лет жизни. А ведь раньше все было по-другому. Всю жизнь Людмила Киселева, как и многие другие, пыталась доказать себе, что чего-то стоит, головой погружаясь в уже порядком надоевшую работу. Бессонные ночи, проведенные за проверкой тетради по алгебре, а утром снова на работу. Последнее мое место работы, это было зауч в школе. Я очень хотела что-то изменить. Наверное, учить детей решать квадратное уравнение или быть примерными, это было мало для того, чтобы дети были просто счастливы. Людмила закончила математический факультет. Логика, присущая женщинам с рациональным складом ума, сродни мужской, в ее общепринятом понимании. Жесткая, четкая и не терпящая эмоциональных всплесков. В моей жизни ничего такого веселого не происходило. Не было денег, не было здоровья, была очень тяжелая нагрузка, и радости было очень мало. И болел ребенок, к тому же. И однажды просто я задумалась, что делать дальше. И пришел момент жизни, когда просто-напросто я ушла со школы. У меня не было альтернативы, я просто ушла со школы. Приняв такое решение, в ожидании, что случится чудо. Оно случилось. Я рассмотрела еще одно предложение от своего друга. Сейчас это мой спонсор. И увидела огромные перспективы компании Vision. Это случилось в 1997 году. И вот с тех пор я нахожусь в этой замечательной компании. Оказалось, что, используя свои математические наклонности, ей довольно легко удается вести такой сложный бизнес. Находить подход к любому человеку помогает открытое сердце. Доверие. Вот это очень важная вещь. Вообще в жизни это дефицит, я считаю. Но это очень важная вещь, когда человек приходит, что-то меняет в своей жизни. И здесь так нужно доверие. Доверие к процессу, доверие к родным, доверие к тебе, доверие к людям. Мне иногда говорили, что ты наивная. Но я отвечала, наивность не порок, а признак чистоты души. Женщина, даже обладающая аналитическим складом ума, все равно остается женщиной. Не только доверие со стороны родных и близких потребовались Людмиле для преодоления трудностей, но и вера в саму себя, в свои силы и возможности. Просто женское желание быть востребованной, любимой и уверенной в том, что тебя не оставят. Человек, когда приходит в бизнес, ему очень хочется понять, как он достигнет своих результатов. И ему очень нужна вера в то, что получится ли это у него. Даже вот элементарная, банальная такая вещь, как получить результат по здоровью. Я думаю, что это для очень многих людей это важно. За много лет, которые Людмила разделила с компанией Vision, ей немало удалось. Какие-то вершины уже покорены, каким-то она только стремится. Своим энтузиазмом она подтверждает слова древних. У успешных людей за стремительным взлетом следует... Нет, не падение, взлет еще выше. Самое сильное впечатление – это признание, которое я получила за лучший товарооборот на Украине. На сцене «Миллениума» и... Я не знаю, как это назвать, просто потрясающее какое-то сказочное путешествие в Испанию, которое закончилось игрой, на мой взгляд, да, это была игра, но в этой игре я имела определенное тоже признание, это было для меня просто неожиданно, но оно осталось очень ярким впечатлением в моей жизни. Любая женщина, мне кажется, или девушка мечтает быть в своей жизни королевой или принцессой, и вдруг мне выпала такая... удача. Вот. Я себя увидела на обложке журнала однажды. Это было приятно. Но мне я поняла, почему это все произошло. Мне так хотелось передать очень многим людям свое состояние, что это возможно для каждого человека. Потому что простая девочка из маленького городка Васильевки из Запорожской области на обложке журнала, я поняла, что это может сделать каждый человек, который верит, который хочет, который действует и оказывается в нужном месте, в нужное время с нужными людьми.